Мераба. Привет. Меня зовут Айше. Меня зовут Рушен. Рушен – крым-татар, а Маон Ателины – ослы Бульмий. И правда, я крымский татарин, который совершенно не знает родного языка, но Айше обещала научить меня. Эбет, ярдым этерм. Я собираюсь уже к концу года знать около 400-500 слов и легко составлять простые крымско-татарские предложения. Кстати, как будет на крымско-татарском «я хочу есть»? Миначалдом. Миначалдом. Пойдем, ты как раз обещала приготовить чебуреки. Ладно, идем. А, кстати, как будет девушка с веслом? Ну, Рушен. А тригонометрия? Я не знаю. Почему? Потому а что... А клевый парень? Хабахбаш. Все, понял.